Новые соглашения о сотрудничестве уже между конкретными предприятиями могут быть подписаны в ближайшее время. Куряне готовятся к участию в 11-м петербургском партнериате малого и среднего бизнеса. Он пройдет с 14 по 16 марта в северной столице. Туда съедутся бизнесмены со всей страны, а главной темой станет развитие межрегиональных связей. Наши предприниматели представят оборудование для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, резинотехнические изделия, оснащение для предприятий. В планах проведение переговоров с потенциальными партнерами, обсуждение актуальных проблем в формате деловых встреч и конференций. В партнериате «Санкт-Петербург. Регионы России и зарубежья» курская делегация примет участие в четвертый раз.